Всем привет, бонжур, хеллоу. Чем ближе куранты и календарь вот-вот перевернем, тянет, знаете ли, как-то подытожить все то, что прожили. Вспомним и посчитаем все, что было, и в Новый год в чистой совести. Ну-с, начнем итожить. Когда я итожу то, что прожил, и роюсь в днях ярчайших, где я вспоминаю одно и то же. Ми-ми-ми. Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Прогулять маленькую лошадку по Сноудену и напитаться теплыми чувствами отлично в холодную зиму. А как вам в мороз минус 30 совершить ангельский подвиг? А ведь было и так. Летите, голуби, летите. Для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите. Народам мира наш привет. Потом мы, ну, сами-то нет, но показали, как наши люди окунаются в прорубь в Родину. Ни разу не забудь, а? Да. Раз. О, два. Три. Не бойся ни жары, ни холода, закаляйся, как сталь. Конечно, после таких зимних подвигов хочется согреться со всех сторон, особенно инсайд, и, наконец-то, исправить детский грешок. Мама, я надел шапку! Шапки ты не скажешь до свидания, шапка не прощается с тобой. Продолжаем вспоминать самые яркие моменты 2017 года, а это непросто. Оказывается, жизнь в Канаде вовсе и не жизнь, а сплошной праздник. А может быть, что-то с нами не так? И еще мы старой зимой играли в хоккей с самой татарской командой на том самом знаменитом льду, где коньки Montreal Canadiens тренируются. И еще ходили в баню с друзьями, у которых уже дети родились. Вот такую зиму я люблю. И, конечно, встречали звезд в количестве аж 4. Своего рода интрига, да? Привет, бонжур, хеллоу. За год, кажется, жизнь прошла, и все, что было не со мной, помню. Есть еще архивчики. Напомним о всех парадах, которые не прошли мимо нас, а значит и мимо вас. Самый значимый парад, митинг, шествие – это, конечно, наш на 9 мая, когда все внуки, дети героев Отечественной войны собрались дружно и гордо прошли по главной Монреальской улице в честь нашей победы. Согласно хронике, следующий парад был в июле в Канаваке. Если ты чувак-индеец, ты найдешь себе оттяг. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Ну и как в Монреале без этого, громко заявил о себе и прайд-парад. Перекричать, переорать прайд-парад возможно только в Хэллоуин. Сплошная черная комедия, а не праздник. Не успели остыть эмоции, и вот вам нате, канадские социалисты выступили с интернационалом в столетие революции. Напоминаю, что вы смотрели «Парады года», потому что у нас итоговая программа, а мы серьезные люди. А еще в уходящем году мы много пели. Эта музыка будет вечной. Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. А следующая песня о любимом русском магазине и их бомбической выпечке согревала в холода. Имейте в виду, там и сейчас все вкусное. Пусть подавлюсь, но не отдам другим.
А вот весну 2017-го мы встречали, правильнее разбудили, как Герцена, такой песней. Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечая весна, чумачечая. И если бы мы пропустили цветных человечков и всяческие шоу в честь юбилеев Канады и Монреаля, то лето было бы серым, но мы не пропустили, так что было приятно проводить. А вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. И, конечно, каждому сезону своя песня. Осенью собирали яблоки на фермах и подслушали родную девичью песню. Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? А в ноябре прошли выборы. Теперь мы с надеждой на розовую веточку и с новой песней. Станет город розовым, словно яблок цвет, и в метро в Эс-Айленде будет плохо, нет. Розовую веточку мэр проложит нам, а для тех, кто в трафике, это же бальзам. Ну, друзья, вот год и отжили, 2017 уходит, и время нас поддерживать в Патреоне. Но мы же хорошо себя вели, мы старались. Вот адрес, куда присылать подарки. Нам очень нужна хорошая камера. Если вам нравится наше видео, участвуйте в Patreon. Много не надо, и доллара достаточно. А сейчас быстрый курс молодого подписчика. Видите вот красную кнопочку здесь, на YouTube? Скорее сюда! Вот прям под водителем тут снизу, красненькая. Поздравляем! Теперь вы наш подписчик. Обнимаем, прощаемся ненадолго. Пока-пока!